Здравствуйте! В обзоре интерактивный плакат «Говорящий букварёнок» PlaySmart. Специально для 7745.by. Данный плакат мы покупали в магазине 7745. Сейчас мы его распакуем, это абсолютно новый плакат. И вместе посмотрим, как он работает. Значит, производитель предлагает изучить по данному плакату изучать буквы, слова, цифры, цвета, скороговорки. И также есть песни. Также производитель не рекомендует пользоваться детям до 3 лет. Значит, в комплект входят 3 батарейки. Мы уже их подключили, когда проверяли. Распаковываем. Значит, упакован он в пакет целлофановый. Также данный плакат можно вешать на стену, либо играться на ровной поверхности. Мы специально искали для ребенка плакат, чтобы были цифры и буквы. То есть был полностью алфавит, поскольку во многих плакатах есть только звери, либо нет цифр, либо наоборот есть цифр, но нет всего алфавита. Для нас было важно, чтобы было и алфавит, и цифры. Здесь также еще есть цвета. Сейчас мы включим. Есть кнопка включения и выключения, а также кнопка громкости. Можно увеличивать либо уменьшать. Привет, меня зовут Букварёнок. Я помогу тебе выучить все 33 буквы русского алфавита. Нажимай на любую букву и повторяй за мной. Это полностью мы уменьшили звук. Это мы уже немного увеличили. Итак, будем проверять. Буква А. А. Апельсин. Б. Белка. В. Верблюд. Как изображен верблюд? Значит, Г. Гитара. Д. Дерево. Е. Значит, при первом нажатии буква, при втором нажатии уже произносится непосредственно картинка, которая изображена около данной буквы. Ж. Жук. Жук. Также прописаны слога, если это слово длинное, и ударение предмета, который изображен. И индеец. И краткое. Йогурт. К. Краткий. Л. Лимон. М. Мяч. Н. Ножницы. О. Очки. П. Петух. Р. Р. Радуга. С. Светофор. Т. Телефон. У.
Так, все кнопки работают. Значит, нажимаются они довольно-таки туговато, то есть нужно приложить усилия для того, чтобы нажать. Не знаю, возможно, со временем это разработается и будет помягче. Ну, наверное, маленького ребенка будет сложновато немножко нажимать. Но будем смотреть. Итак, нажмем изучение. Повторим весь алфавит. А. Б. В. Г. Д. Е. Ё. Повторим весь алфавит. Давай поиграем. Сможешь найти светофор? Умница. Покажи, где щука. У тебя все получается. Покажи, где белка. Ура! Сможешь найти очки? Значит, это данная игра в случае, если мы неправильно нажимаем. То есть сейчас нужно найти очки. Мы случайно нажмем букву П. Неверно. Попробуй еще. Сможешь найти очки? Будь внимательнее. Сможешь найти очки? Посмотри еще. Покажи, где жук. Значит, три раза, если неправильно нажимает ребенок, значит, предлагает следующую букву. Так, здесь давай, одна игра. Покажи, где и экзамен. Белка. А сейчас проведем небольшой экзамен. Найди букву и краткое. У тебя все получается. Найди букву А. Значит, сейчас случайно мы нажимаем на другую. Попробуй еще. Найди букву А. Будь внимательнее. Найди букву А. Посмотри еще. Найди букву Д. Так, понятно. Это такая же, значит, как и игра у нас экзамен. Итак, далее. Посмотрим следующее, что нам предлагает производитель спеть в песню. Нажмем. Попробуй еще. Найди букву. Повторим весь алфавит. Так, а если... Так, это все песню. Все. Повторим весь алфавит. Значит, только одна песня. Б. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Красный. Синий. Желтый. Розовый. Зеленый. А также есть скороговорки. Давай выучим смешные скороговорки. Давай. Ехал грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку греку цап. Задрожали зайки, увидев волка на лужайке. Так. И третья скороговорка. Макару в карман комарик попал. Комар у Макара в кармане пропал. Про это сорока пару протрещала. В кармане у Макара корова пропала. Вот такой плакат развивающий, думаю, подойдет детям младшего возраста под присмотром взрослых. Ну, а также и детям постарше. Мы сейчас перевернем. Значит, вот так он выглядит с обратной стороны. Можно крепить на стену, можно клеить скотчем. Здесь у нас батарейки. К сожалению, батарейки не... Значит, крышка не прикручивается.
как видите, да, на болтик. Спасибо всем за внимание. Данный плакат я бы рекомендовала для детей.